Жертвами мощного взрыва в столице Колумбии стали по меньшей мере 5 человек, столько же получили ранения. Бомба сработала в автобусе в центре Боготы, недалеко от президентского дворца. Полицейские рассматривают произошедшее как теракт. По мнению следствия, он был организован против бывшего министра внутренних дел страны Фернандо Лондона. Сам чиновник в результате взрыва не пострадал. По версии правоохранителей, организовали нападение бойцы группировки ФАРК.